Так, пока не заходим, ее танка обстреливаем. А, все, его не убили, убили. Радист, МСП, МСП. Радист, помоги нам, не МСП. Да, я бью ее. Лучим. Ну что там с МСП-хой, вы убили ее? Сейчас взорвем. Минус МСП. Там еще впереди, смотри. Враг рядом. Ну там один водитель сидит. Это не командирская, это обычная. Броневичок у меня. Я снял водителя. Давай, взрывай, иди, беги, взрывай. Я водителя снял. Бегу. Снимем этикеты. В принципе, сейчас машинка вроде бы 5 тикетов стоит. Неважно. Так что... Не, их так достаточно дорого терять. Буду знать, как в одиночестве кататься. Кипиш, ты не туда бежишь. Я радист вот здесь. Вот. Видишь, на севере радист. Эрик стоит. Это что, по нам прилетел? На машине. Это что было? Я что, пробежал, что ли? Где тут было? Смотри на север. Видишь, вот я перед тобой наверху, на севере, Эрик. А, радист, вот, все. Вот, радист, да. Вот сюда. Ничего. Еще что-то едет, наш? Танк. Да, наш. Наш. А, блин, я церкви смотрел, потерялся. А, вот он, кстати, броней. Да. Уходим. Ну, погоди, не поставь лучше. Не, ну вот и пускай уходим. Ну да. Ставь, вставай. Он и красный, не ставишь. Ты чё, Сай? Это липучку? Да. На движок прям ставь. Вот, а, во. А динамит тогда на земле его. Убегай. Липучку. Сейчас красиво будет кадр. Шалу. На ком-то. Охренеть. Да. Красота. Пойдемте тогда вот этот лес. Опа, меня стреляют. Севера атака идет, одиночная. А с востока был выстрел. Близко. Снял его. Лечитесь, ребята, сможете поднять друг друга? А Кипиш, погоди, я тебе сейчас подниму тебя. Я подниму, иди. Окей. Надо друг за другом положить. Так, наверное, тогда уже мы больше сюда тогда не переходим, тогда убивают и встаем тогда уже на ралике. ДФМЮ. Там прям реально это мы оголили все. Машина, слышно, у меня с юга МСП едет. Только слышу, не вижу. Она заглушилась. Не, опять поехала. Ребята, она на мне. Ага, началось. Вы прочитали, что они написали? Все, я снял МСП. Что написал? Я рядом. Мы играем за одну сторону. Че, нытье началось, да? Да. С моей стороны. Не надо. Взрывай, а ничего не пиши, просто играй ты потом. Сзади меня зарезали. Я просто пишу, как сейчас этот вон подошел, синяк сейчас взорвет ее. Ставит бомбу, уходи. Окей, thank you. Взорвали, спасибо. А что там был-то? Ну такая же это бронетехника с пулеметом. Пехотовозка с пулеметом. А, обычка. Да. Понял, М3.
смоки пошли. Ходись ко мне. Иду. Остальные дальше проходите. Воду попейте перед штурмом. Вот здесь. МГ. Прямо на фраге наверху, где да, дерево. Да, да. Иди, да нет там никого. Вы меня посадили. Галик, смоки пробрасывайте и проходим в точку. У меня просто уже их нет, я просто клоп. Чисто, выходим пока. Пулемет кроет, не подходите. С левой стороны. Сейчас я дам ему взрывчатку поставлю. Уже в точке. Передай Жеке, что мы в триггере. Никаких так, вот этот дом я зачистил. Окна неудобные, блин. А? С ралика идут. Галика. Сейчас будет взрыв. Пехота на севере. Под нами СТГ, готовьтесь, сейчас будет заходить здание. Там нет пик, вот в этом здании еще третий. Взорвали. Их там сейчас трое, он сейчас поднимет. У меня тут человек на копии, где... Поднимите, парни, есть у вас? Ой, у меня в голову. Осторожнее, Ама, они прям вот как вот заходишь с лестницы, они прям слева там в углу. Плохо. Мы в триггере, но они прям все сбегаются в него. Убил, да его? Красавец. Севера идут. Ах, все-таки он у меня тоже с пистолета убил. А, уже еще пришел. Дям, я рекомендую ралли, короче, потом переставить, потому что они сейчас по-любому сюда сагрятся уже. В принципе, логично. Вероятно. Уже потому что точку штурмуют. Не дальней дистанции нужно. Хостя, осторожней, команд. Ёп. Поздно. Пушьте, поднимайте из складного, меня поднимайте, пушить надо бежать. Сейчас их нам закидает очень быстро. Сейчас Жека забежит. Спроси у Жеки, у него чисто? Сказал, что более-менее. На востоке МГ лежит. У дороги примерно. Вижу, за машиной, за машиной. За машиной синий. Он в левую сторону ушел. Он вниз граната. Спустился там. На крыше враг. Здесь
Убил его? Убил. Сейчас поднимем. Он гивапнулся. Гитарист, успеешь? Мне надо ролик обновить, минут осталось. Обновляй. Пазы захилили. В ролик вражеский. Обновил. Гранаты. На метке атаки будет в кустах сидеть. Спасибо. Кемпер. Точка падает. Давайте, парни, в триггер. Займу одиночную камеру. С одним окном? Да, с одной дверью, я бы сказал. Главное, чтоб не устроили там газельваген. Заходите лучше за ней, я чё... Сейчас могут этот накидать артур. О, Гарша пробежала. Ух ты! Скажите так, Жаки, то, что там нет ролика. Если давайте там встанем, ищет. Говорю, с фобы, поедем на машинке и где-то поставим ролик. Не, можно вдоль дороги пройтись. Чуть ли не... Ты хочешь не... Прям да. Там пулемет третьего шкафа даже коси. За большим деревом. Там на метке атаки подавляйте его сейчас. Пулемет. Да, большое дерево. Шприца, чтобы тебя поднять. Сейчас медик подбегает. Иду, иду. Медик подбегает. Давайте перегруппируемся. Ждем, когда отхилят, и побежим. За мной только медик. Мы на 96 идем. Мы чуть ли не в лоб пройдем сейчас. Командир, ты сказал, за тобой только медик, или ты имел в виду радиста? Радисты. Он надеется на медика. Да, не проверь, что у танка. Там его не очень приятно. Эй, дай захили тебе. На 96 там нет, очень много пехоты. Там окна бьет сейчас. Технику слышу. На НВ. Да явно не наш. Нет, не наш. С запада отряд. Там да, там отряд. С запада огромный отряд. Там бога и... Ну тогда базуку беру, если там техника. Поставь метки, идем туда вот. Чуть ниже вот этих трех, которые на 96. Ставь в болото. Пониже этих трех еще метки. Пехота. Сейчас. Они МСК заблочили. Да, МСК заблочили. Там, наверное, один где-то сидит. Сейчас будет в здание заходить. Да, нет, он...
squeak past. БВР реку, блин, штурмуют. Блин, такая прикольная картина. А, как бы здесь занять место. Они это сзади точку. Точку почти заняли. Макс, дом 2. Походу уже к зданию приблизились. Все, взяли точку. Взяли, да. Эрик, попробуй меня поднять. Да, понял. БВ подрывают. Они едут прям на ПТшник опять. Не, за ним бежал этот, я убил плотного ПТ-шника. Да я его тоже убил. Прям, нам короче, на метку... в них целился. Сбора надо. Зайти и зайти с этой точки. Окей. На мне какой-то Гарриваген приехал, я не понял даже. Так, что дальше-то делаем? На сбора. Метку сбора. Надо подойти занять. Помечу его как танк, проще будет. На мне техника. Да, сейчас на ралике встану, уберу. Она поехала на отметку 33, вражеская техника. А чё это техника? Это обычный кубель. С пулеметом хрень такая. Ну сейчас подорву, мне даже на неё базуку жал. Ну давайте тогда двигаемся, ибо, блин, этот цигель-цигель. К точке сбора идите, куда он сказал, складной. Где там это? Надо еще танк наш прикрыть, а не поехали. Бля. Танк подорвался. А, нет, еще не подорвался. Отметил. Угу, спасибо. Я диска. Галик нового есть. Галик С. Красный. Пехота на строго на Н, на нолике. Секретариус там сзади меня стреляет. Садись ко мне. Назад беги. Пипец, прикиньте, сейчас баг словил. Граната, короче, не отобразилась, то, что я зарядил, и как будто пустая. Справа будет противник, не стреляй. Надо будет попытаться, кто-нибудь сможет попытаться МСП вывести? Какую МСП? Вот, я и пометил. Уже прям на ралик идем. По сути. Через 30 секунд будет новый. Сейчас попробую вывести. Понял, понял, молчим. Ожидаем.
20 секунд. Бегай, блядь. Ребят, не вставайте пока на том ролике. Там под обстрелом. Спаси меня. Маркс, возьму от него тут побольше пользы. МСП выбит двигло, мне не починить ее. Нужен здесь это. В общем, вы поняли. СП? Да. Галик есть. Ланс, спер, тогда возьму. Здесь, на камере где-то. Да, я слышу. Да, где Галик сейчас стоит? Потому что там пан был. Оттуда стрелял. Сзади, с нашего ранга идут. Галик, на них до справа. Да, вижу. Взорвали ралик, что ли? Ну, ее там уже сейчас разнесут стопудов. Надеюсь, ко мне подбеги. Бегу, бегу. Я здесь. Галик есть. Осторожней. А, на дороге где-то засел снайпер. Сразу в голову выкашивает. Парни, там на дороге кто-то был, там снайпер убирает. Он прям сквозь кусты бьет. Я слышу. Они в бункерах. Точка падает. Прямо посреди точки пулемет стоит. Ганил. Ганил. Сейчас попробую, командир. А, сметка атаки там заходят. Встану на ралли, попробуем забрать. Рядом с нами кто-то находится. Блин, это вообще неудобная карта для снайпера. Туман это. Ни хрена не видно еще. Где-то можем выиграть. Да это же вообще нереально. Блядь, технику эти БВР создавали по жести просто. Да? Да, они на танке, блядь, знаешь, сколько там слили его? Сигитариус там слил от тебя. Вот именно. Блин. Он просто едет и сливается. Но точка падает потихоньку. Там какой-то снайпер. Парни, нереально. Точка падает, стену падает. Видимо, их поубивали. Не знаю, на сколько. На западе не наш след, куда они приходят. Запасить, обходите, заходите с метки перемещения, если они выбивают. Мы точку забили. Угу. Точку забили. Тебя убили. Да? Я же сказал, там какой-то нереальный снайпер. Количество, но он был.
Че, еще да. Один был? Да, нет, это наш сняли. Ичи еще стайк. Не гивапайтесь. Thank you.